большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В четверг в Самарской области пасмурно, но будет проглядывать солнце, осадки в виде снега. Потеплеет. Температура воздуха в дневное время -7, -9. Ночью 10-12, ниже 0. Ветер северный, северо-западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде снега. Днем 7 градусов с минусом, ночью 11, ниже 0. Ветер северный, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти пасмурно и снег. Днем -7, ночью -10. Северный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег, днем -8, ночью -10 градусов, северный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 71%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.